Здравствуйте, меня зовут Иван Хрипченко, мне 51 год. Значит, о воде, вообще о свойствах воды и о ее целебных качествах я знал очень много, проехал очень много различных источников, пил, пробовал из них и брал воду, каждый день пил по 2 литра, но моя очень давняя проблема с почками, это систематическое воспаление почек, пиелонефрит и камни в почках, все равно проблема моя не решалась. Когда узнал о коралловой воде, сразу в первые дни приема воды увидел, что и изменился и цвет мочи, и самочувствие улучшилось. И первый месяц приема я увидел, что качественно изменилось вообще внутреннее состояние мое. Потому что пил и до этого воды очень много, и по 2, и по 2,5 литра. Но год за годом качественно мое состояние, моего здоровья не изменялось. Не понимал почему, хотя вроде бы источники все набожные, целебные. При употреблении Coral Mine и изучении его я понял, что свойства воды очень важны для нашего организма, и в дальнейшем употреблении увидел большие-большие изменения. Камни стали рассасываться, значит, мои анализы стали как у младенца, и, в общем, и самочувствие, и жить захотелось, и творить захотелось.